Здравствуйте, дамы и господа, с вами Елена, и вы на моем канале Ellen Elegant. И в данном видео я покажу вам лампу светодиодную, бестеневую, которая пришла ко мне из AUCARSHOP магазина. И мы с вами сейчас распакуем ее и посмотрим характеристики. Итак, видите, да, в каком виде она пришла. Мне нравится этот момент, то, что все упаковано в черном целлофановом пакете, что не видно, что внутри, и вообще это дает сохранность самой упаковки. Итак, давайте распакуем. Итак, мы с вами видим, что углы дополнительно еще защищены картоном. Надежная упаковка, я смотрю, пузырчатая пленка. На совесть упакована. Вот такой небольшой шармик от AUCARSHOP. Посмотрим, что внутри. Бумажки для заметок, ну такой приятный маленький подарок. Спасибо большое Софи. А сейчас давайте поговорим подробнее о самой лампе. Итак, рабочая лампа, белый цвет. Насколько я знаю, что AUCARSHOP работает напрямую с производителем в Китае. Они производятся по стандартам Японии, эти лампы. И качество поэтому существенно превышает доступные аналоги и европейские, да, стандарты. И работают они напрямую как я уже сказала, с китайским производителем. Поэтому просят некоторые дополнения включать в саму лампу для того, чтобы было удобно самим вышивальщицам. Итак, рабочая лампа. Мы с вами видим ее характеристики. Настольная, ледовская, то есть хорошие светодиоды. 2 на 410 миллиметров. Существует возможность еще заказать, видите, да, ногу для лампы, чтобы она была напольная. Ну и есть еще на струбцине. Вот, поэтому такие возможности есть. Давайте посмотрим, что внутри. Итак. Thank you.
Внутри пенопласт, опять же, да, надежно зафиксировано еще и скотчем, чтобы не прыгало внутри упаковки. Та-дам! Итак, сама лампа, как вы видели, да, что она достаточно надежно упакована для того, чтобы преодолевать большие расстояния. Вот у нас, собственно, струбцина. Такой добротный материал, очень тяжелая она. Металлическая и пластиковая, тоже плотный очень пластик. Пластиковая внешняя часть, верхняя часть. Сама нога. И лампа, собственно, те светодиоды, о которых и говорилась речь. По идее, они должны быть достаточно экономичны в эксплуатации. Светодиоды, как вы знаете, немного едят электричество. Поэтому думаю, что это будет достаточно экономное удовольствие, чего, собственно, и хотелось ожидать от эксплуатации, чтобы лампа была и надежна, и экономична в использовании. Aucara Shop заявляет, что это достаточно качественная настольная лампа, что нога дает довольно большой радиус поворота, что удобно для того, чтобы ее приспособить в любое место для вышивки, ну и в том числе для любых хозяйственных нужд. Довольно большой плафон, вот мы сейчас его померим. Светодиодов, видите, да, что это 54 сантиметра по внутренней части. То есть освечивает довольно большое пространство под собой. Что это качественный пластик и металл. Ну, судя по виду, да, действительно, что пластик хорошего качества. И что это дневной, холодный, теплый свет, можно регулировать, и есть возможность купить напольную ногу. Итак, смотрите про адаптер, вот главный момент, да, что здесь наш вольтаж. Для Японии они производятся, в Японии вольтаж, как мы знаем, совершенно другой, ниже, чем в России, но эта лампа подходит для России. Вот для меня, конечно, удивительно, я первый раз вижу, что здесь от 100 до 240 вольт, то есть вот такой адаптер может использоваться с таким большим шагом, обычно, да, 220-240, то есть это, в принципе, наш российский вольтаж, и он, это все про нас, все подходит. Да, мы с вами видим, что это Made in China, что это китайский производитель. И попробуем, да, сейчас подсоединить адаптер к ноге. И попробуем подключить лампу. Посмотрим, как она работает. Вот видите, да, как внутри располагаются светодиоды. То есть лампа работает, еще кайма подсвечивается. Плюс по периметру голубым цветом. Ну, достаточно такая приятная, я бы не сказала, не раздражающая, да, цветовая палитра, цветовое освещение. Вот, что видим мы на первый взгляд. Сейчас я выключу. А, мы видим, что здесь есть диммер с переключением. Более холодный свет стал, более желтый, более теплый. Выбирайте сами, что вам приятнее. И вот, видимо, смешанный. Итак, собственно, лампа. Посмотрим сейчас на ногу. Какой величины сама нога? Вот, до упора я ее раскрыла, и в раскрытом положении она... Ну, если считать вот с самим шаровым механизмом, где-то 83, то есть около 80 сантиметров. Ну, такой хороший размер, хорошая высота. Все это, видите, да, все это двигается, все эти шарниры. Здесь также находится шарнир, винт, в котором фиксируется сама лампа, само положение лампы.
Здесь мы видим провод. Да, я бы сказала, что хороший действительно металл. Видно, что качественный. И шарнир хороший тоже. Посмотрим, сейчас я попробую ее на струбцины поставить. Не показала вам размер струбцины, самую величину, да, какую максимально она может вместить в себя столешницу. Это 8 сантиметров по внутреннему размеру. Ну, если так строго, 7-7,5. Но здесь очень мягкий прорезиненный материал находится, поэтому немножко она прижмется. То есть это не металл-металл, это металл у прорезиненный материал. На верхней части столешницы она будет деликатно охвачена. Здесь довольно прочный пластик, а это, как я уже сказала, металл с порошковым красителем и нержавейка. Крутила я струбцину, сейчас попытаюсь вставить саму ногу. Так, лампа довольно тяжелая, 6 кг было написано в заявке. Да, лампа вставлена. Попытаюсь ее нагнуть, чтобы показать вам характеристики лампы. Видите, да, насколько шарнир вращается у лампы. Сейчас попытаюсь камеру. Да, то есть вот. То есть вот оно, диапазон поворота достаточно большой. И вот про характеристики, да, хотела показать вам рабочую лампу. 9503 LED, ну, вольтаж, герцы и мощность, да, 220 вольт. Собственно, пищевой пластик для использования внутренних помещений. И такой, ну, эргономичный дизайн, я бы сказала, такая она не совсем большая. Сам размер диодов. Ну, диоды, они, собственно, плоские, поэтому она, в принципе, сама лампа, видите, да, 3-3,5 всего сантиметра. По сравнению с другими, она меньше гораздо лампами. Нога вращается, видите, да, свободно. Даже вот камеру тяжело поставить так, чтобы видно было, да, все вращение, да, что происходит в самой лампе. Вот это все происходит довольно свободно, большой периметр вращения. Зафиксируем ее. Ну, давайте зафиксируем, чтобы она не вращалась. В какую-нибудь сторону? К себе. И опять включу ее. Вот, собственно, свет, да, горит, вы видите. Ободок голубым, но здесь на камере видно, что он белым горит. И сам источник освещения. Сейчас первый режим соединен желтый между собой и белый. Второй режим только белый свет, но он такой голубой, кажется, до такой степени он белый. И это третий режим, это чисто желтый свет. Уже нужно регулировать под себя, что вам больше всего нравится. Итак, надеюсь, я показала вам. Если какие-то вопросы будут, пишите, я постараюсь снять видео и показать, что делает лампа и как она работает. Но видите, да, поле освещается разными цветами, по разной интенсивности, собственно, голубой цвет. И также, кроме вышивания, эта лампа, я думаю, что подойдет и для всей семьи. То есть мама, папа и ребенок могут ее использовать, потому что свет действительно такой приятный дневной, сейчас стоит на белом, не режет свет. Но по поводу уже использования, длительности использования, это я вам уже скажу в следующих видео, потому что опыт, с опытом это все нарабатывается, и будет понятно, насколько она хороша. Вот, кстати, лампа, которую я пользовалась первое время, это вот простая лампа на прищепке, всего лишь 60-ваттная лампа, и довольно желтое у нее освещение, видите, она немножко у меня пригорела, и патрон уже потерял свою стабильность. Покажу вам сейчас интенсивность освещения этой лампы. Ну, достаточно, во-первых, желтая, да, во-вторых, вот видите, да, пригоревшая.
все это на прищепке прицеплялось над работой. Ну, вообще-то достаточно тусклое освещение. Вот если близко, да, совсем ее ставить, то это хорошо освещено, но это вот слепит глаза. На расстоянии где-то 50 сантиметров освещение уже теряет насыщенность, и мне, конечно, ее не хватало. Но это лучше совсем, чем ничего. Вот, и сейчас, видите, да, во-первых, это точечное, да, освещение, узкий плафон. По сравнению вот с этой лампой. Во-вторых, оно желтое, и вот я немного от него уставала. Не знаю, как у других, но мне тяжело, например, на желтое освещение долго смотреть. Вот. И вот, собственно, это освещение, но, конечно же, больше, что говорить, площадь больше. И не так раздражает сама интенсивность света. Все-таки это daylight, дневной свет, лампа дневного света. Да, я хотела сказать, что эта лампа приобреталась вот это на прищепке в Ашане. Пластик, конечно, попроще здесь. Он, видите, как пожелтел, но ему уже много лет. Тоже надо не списывать, да, со счетов этот новый. Ну, на первый взгляд, покачественнее, чем этот вот на ощупь. Ну, посмотрим, да, все покажет время. Время использования, как он себя будет вести, этот пластик и этот металл. Вот, мне очень интересно, я вам сообщу со временем. Если у кого-то есть уже такая лампа этой фирмы, сообщите обязательно в комментариях о ваших впечатлениях от нее. И по поводу истории покупки моей лампы, ну, собственно, вы видели, да, что я вышивала за столом, где снимаю сейчас видео, у меня не было потребности в покупке лампы, потому что это был дневной в основном период времени, дневное освещение, зачем, собственно, лампа. Потом ситуация моя изменилась, я перестала там вышивать, и мне нужно было, стал вышивать именно в тот период суток, когда нужно освещение. Потом у меня было приобретение вот той лампы на прищепке, которая освещала достаточно узкую область, и тускловато было на расстояниях, а на дальних, а на близких, если слишком засвечивал. Вот. Потом было под приобретение, как вы сейчас видите, в Ашане просто я купила лампу настольную, очень похожую вот на эту. Китайскую тоже так в районе 1000 рублей, не помню точно. По-моему, это тоже был Unitel. И я не помню характеристик. Мы с вами даже не видим, сколько здесь ватт и вольт. А, вот, прошу прощения, да, вот мы видим вот, ватт и вольт, и кельвины, люмины, 400 люминов, кто это понимает. Но, собственно, при приобретении не было никаких вопросов. Мне к ней она хорошо горела, хорошо освещала. Было тоже такое голубое освещение. В принципе, неплохое. Проблемы начались тогда, когда я начала вышивать с ее помощью, потому что где-то после 30 минут работы под ней у меня дико заболела голова. Причем, вот чем больше я сидела, тем больше головная боль нарастала, и ничего с ней невозможно было сделать. Я поняла, что это происходит от сильного мерцания, то есть эта лампа давала сильное мерцание. У меня аж мурашки были в глаза от этой лампы. Я отложила вышивку, не вышивала несколько дней, и несколько дней продолжалась такая головная боль. Это по поводу моей чувствительности, да, на светодиоды, поэтому светодиоды светодиодом розни, и вот видите, да, по поводу использования это все проверяется только в процессе. Поэтому я уже пришла к тому, что нужно качественно приобретать светодиодные лампы, потому что падать уже начало зрение, и довольно болезненно это все вечернее время вышивка проходила. Поэтому если тот, кто, как я, собирается годами вышивать, не забрасывать рукоделие и использовать это вечернее время, то я думаю, что это очень полезный совет, потому что вначале я думала, что это лишнее, да, траты денег, но сейчас на самом деле, когда падает зрение, это уже не лишнее совершенно. Вот. По поводу Aucara Shop, видите, да, я ввела в поиск. Мы находим магазин рукоделия, Инстаграм, ВКонтакте, есть еще YouTube-канал. Значит, по поводу магазина рукоделия, видите, да, Aucara Shop, здесь есть и станки Amani, кстати, у меня есть еще и видео по этому поводу, есть у Софьи свой YouTube-канал, также есть группа ВКонтакте и в Инстаграм, где она рассказывает о своем опыте, собственно, и вот, да, горы, что меня радует. Горы заказов, такие же, да, в черных упаковках, чтобы никто не догадался, правильно-правильно. И о своем пути вышивки и о том, что, собственно, она переживает по поводу открытия своего магазина вышивального, да, о том, как она решила открыть магазин, что это вот этого вышло. Например, мне очень интересен этот опыт, а вот по поводу странички ВКонтакте, да, группы, это многогранный проект, во-первых, здесь самая такая большая подборка новинок от всех дизайнеров, авторских схем. Вот. И здесь довольно такое движение активное. Девочки вышивают вместе в совместных проектах. Ну, собственно, те, кто интересуется этим моментом, я думаю, что будет интересно посмотреть, почитать, поучаствовать. Видите, да, здесь еще есть спонсорский день, розыгрыш. Ну, собственно, что интересует на вышивальщиц. И есть еще YouTube-канал, как я уже сказала, у Софьи. Она вот сняла здесь видео
Обзор станков и приспособления к вышивке. Я, собственно, поделилась этим опытом своим. Думаю, что это все будет интересно для вышивальщиц. Вот здесь еще в поиске еще мое видео выкинулось. Это по поводу рам Аманик. Думаю, что тоже будет вам интересно посмотреть, как эти рамы вообще применяются, да, каково их использование. Здесь вот, да, целая серия видео по этому поводу. Вот. Ну, собственно, сам Инстаграм, да, как я уже видела, да. Как я уже сказала, что вот опыт вышивальщиц, который открыл собственный магазин, еще такой малый, мне очень нравится. Мама малыша. 2,5 лет. О, смотрите, да, собственно, это лампа у самой Софи. То есть она ее использует в жизни. Поэтому думаю, что будет интересно у нее спросить по поводу использования, если хотите приобрести напрямую, да, у нее. По поводу магазина Окаршоп, мы видим, да, что здесь стоимость 8100. Это лампы, что это бестеневая рабочая лампа на струбцине для вышивки и рукоделия, что существует струбцина и существует еще подставка, которую можно докупить. И вот, собственно, описание самой бестеневой рабочей лампы, что это SMD-диоды, что их количество 182 штуки, что интенсивность потока это 2200 люмен и мощность 20 Вт. Что это настольное на струбцине. Если хотите напольно, докупайте, да, подставку. Вот. Максимальная толщина столешницы 65 мм. Длина шнура 55 см, плюс-минус 5. Цвет белый. Ну, мне, собственно, нравится белый. Я хотела производителя, наверное, есть и другие варианты. Вот. Софья находится, вообще магазин ее находится в Петербурге. Оттуда ко мне шел заказ и достаточно хорошо дошел, потому что хорошо был упакован и отправлен. Компания СДЭК его доставляла, поэтому все, слава богу, хорошо доставилось. Вот, собственно, те контакты, которые я говорила, да, Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube канал. Думаю, что это будет для вас интересно. А также посмотреть, какие еще товары предлагает Софья. Что мне нравится именно вот в ее проекте. Слежу я в основном в Instagram. Так получается, да, что попадаю только на Instagram. Может, времени мало в жизни на соцсети. И мне нравится то, что это действительно ее личный опыт. Вот она честно пишет о всех этих вещах, которые она пережила сама. Вот. Это достаточно приятно, потому что понимаю, что это вышивальщица, которая сама практикует вышивку, любит хорошие качественные инструменты вышивки. Мы видим, да, и Аманик, и Мандала, да, красиво она вышла. И станок Аманик, и раму Квантум, и вот теперь это бестеневая лампа. Я думаю, что все это для тех, кто долго собирается заниматься вышивкой и хочет работать на качественных материалах и не портить себе здоровье по этому поводу, я думаю, что стоит обратить внимание именно на эти товары, если нет возможности, вот, чтобы попросить о чем дарить, что дарить, да, вышивальщице лучше. Это, конечно же, вот такие качественные товары, и чем они хороши, они еще и, думаю, что подойдут для всего, для всей семьи, и для детей, и для мужа, потому что если это качественный продукт, он должен порадовать и вас. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать по этому поводу. Если у вас есть вопросы, пишите, я вам отвечу в комментариях, если это будет такой большой вопрос, то обещаю вам снять видео и ответить на этот вопрос довольно подробно. И вот по поводу размеров указано, да, на коробке производителя, то, что вышина здесь 6,4, да, 64 миллиметра. Но я мерила только саму вот эту часть, у меня получилось около 3-4, достаточно маленькая, да, для газоразрядных она гораздо больше, эта часть. Здесь, да, у меня тоже получилось 41 сантиметр. Вот, про величину здесь 58, я также мерила по внутренней части. 53-54, имеется в виду, сама длина светодиодной части. И вот по поводу углов, здесь мы видим 180, да, раскрытие. И 110, я сейчас вам покажу на самой лампе. Вот максимальный угол, да, отвода я до упора отвела. По поводу 110, ну, к сожалению, нет, да, радиуса, да, для того, чтобы измерить угол. Но видите, да, отклонение, максимальный упор, на которой она двигается в эту сторону. И открытие, ну, собственно, открытие, то, что было показано, да, когда я распаковывала лампу, но все равно. Сейчас покажу максимальный угол открытия здесь. 180, ну, да, действительно. Видите, да, как высоко она может становиться над столешницей, то есть достаточно большой угол поднятия. Это говорит о том, что, да, действительно, такой широкий спектр работы дает эта лампа. Опять же, повторюсь, все будет зависеть от вас, от вашего цвета восприятия, именно этого спектра. Скажу вам, что у меня очень чувствительное зрение, и смотреть вот прямо на лампу, на светодиоды в рабочем состоянии довольно болезненно.
Поэтому мне будет очень интересно, да, процесс эксплуатации, как она будет себя вести при многочасовом опыте работы на ней. Поэтому посмотрим. Надеюсь, я ответила на все ваши интересующие вас вопросы. Если они у вас будут достаточно интересные, такие весомые, я, конечно, досниму видео и расскажу вам в последующем, как лампа себя проявила в процессе эксплуатации. А за сим прощаюсь, благодарю вас за внимание, а также благодарю Софию за такую прекрасную лампу. С вами была Елена. Встретимся на моем канале.